Начинаем с огненного ЧП, которое произошло в Бердске глубокой ночью. Там загорелась многоэтажка, которую в народе именуют Пентагоном. К зданию бывшего общежития сразу же стянули силы нескольких расчетов МЧС. Фига там полыхает-то. Нормально так. Давай! Давай! 30 жильцов успели выбежать на улицу самостоятельно. Еще 25 вывели пожарные. 15 человек по лестничным маршам, остальных сняли с козырька шахматного клуба, расположенного на первом этаже здания. Когда удалось пробраться в полыхающую квартиру, на диване обнаружили хозяина. К тому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни. По данному факту следственным отделом по городу Бердск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователям выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Насколько известно, погибшему 59 лет. Со слов соседей, алкоголем он не злоупотреблял, занимался компьютерами. В комнате пожарные нашли 4 сгоревших системных блока и несколько паяльников. Однако, что именно привело к возгоранию, пока не ясно.